Вот так незадача. В Premiere Pro нет инструментов для рисования. Но как же можно сделать линию? Подписка и лайк. И расскажу. На самом деле есть специальный инструмент, который нам в этом поможет. Это Pen Tool. Его можно сразу увидеть в панели инструментов и кликнуть на него. Либо очень просто вызвать кнопкой P на клавиатуре. Теперь, когда у нас есть этот инструмент, мы переходим в окно программ и ставим две точки. Немножечко равняем вторую точку, удерживая мышкой. Так у нас получается геометрическая линия, как учили в школе. Две точки соединились. Чтобы отрегулировать толщину или цвет, сразу же переходим в окно Effect Controls и раскрываем вкладку Shape. Нажимаем на пункт Stroke и, кликнув на его значение, меняем размер. Двигаем просто мышь с зажатой клавишей влево или вправо, до той толщины, которая вам подходит. Чтобы поменять цвет линии, нажимаем на вот этот прямоугольник. Выбираем на палитре любой цвет, и линия меняется. Это все очень просто, пробуй. Если под этим роликом будет больше 100 комментариев, то покажу, как делать разные фигуры и элементы. До встречи на YouTube-канале Коуч.